Всем привет! Сегодня мы поговорим о воде и о ее параметрах о pH, концентрации ионов водорода и ОПР, окислительно-выделительный потенциал. Мы привыкли оценивать воду всего по двум показателям: очищенная вода, неочищенная, питьевая, непитьевая. В обычной жизни это вполне достаточно, но у воды гораздо больше параметров, понимание которых может улучшить самочувствие и продлить жизнь. Например, pH, концентрация ионов водорода и ОПР, окислительный восстановительный потенциал. Эти параметры можно определить только с помощью специальных приборов pH-метр и ОПР-метр. pH – это водородный показатель, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода в воде. Один из важнейших рабочих показателей качества воды. Показатель pH непосредственно влияет на нормальное протекание всех биохимических процессов в живых организмах. pH имеет значение от 0 до 14, где 7 является нейтральным показателем, меньше 7 – это кислая среда, больше 7 – это щелочная. ОПР или окислительно-восстановительный потенциал воды – это способность воды вступать в биохимическую реакцию. Вода может быть окислителем, то есть способствовать процессу старения, и восстановителем, то есть препятствовать этому процессу. ОВП измеряется в милливольтах и может иметь как положительное окисление, так и отрицательное восстановление. Внутренняя среда организма имеет свой ОВП и в норме всегда меньше нуля, то есть имеет отрицательное значение, которое обычно находится в пределах от минус 20 до минус 100 милливольт. Воду со значением по шкале pH выше 7 и отрицательным ОВП называют живой или активированной. Воду со значением по шкале pH ниже 7 и с положительным ОВП называют мертвый. Оптимальный pH питьевой воды от 7 до 8. И такая вода увеличивает продолжительность жизни на 30%. Более 50% всех заболеваний связано с нехваткой в организме воды. И вот почему надо пить воду регулярно. Обезвоживание – причина токсических отложений в организме. Нехватки воды в организме сгущает кровь в организме, образуются тромбозы, тромбофлебиты, болезни вен, печени, почек, затекают мышцы, скрипят суставы, сухая кожа, волосы. Правильная вода продлит жизнь и молодость, подарит жизненную энергию телу и клеткам. Вода выводит токсины из тела и органов, вода разжижает кровь, вода помогает предотвратить лейкемию, потерю памяти, склероза, избавляет от вредных привычек, снижает вес, борется с инфекциями и раковыми клетками, позволяет уменьшить эффекты старения, помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов. Вода имеет разные заряды. Вода имеет свой ОВП, окислительный восстановительный потенциал – это заряды положительные, либо отрицательные, заряженными ионами. Измеряется в милливольтах. Другими словами, чем больше величина отрицательно заряженных электронов, тем выше количество единиц антиоксидантных свойств в такой воде за счет высокого содержания в ней валентных свободных электронов. И наоборот, чем выше показатели положительных заряженных ионов, тем больше в такой воде имеется свободных радикалов, то есть недостающих электронов на орбите молекулы воды, что существенно отражается на работе клеток организма. При высоком отрицательном ОВП клетки организма омолаживаются, восстанавливаются, а при высоком положительном ОВП клетки организма стареют и разрушаются.
мертвая вода, которая течет из-под крана, и бутилированная вода, которая имеет положительные заряды, сокращают жизнь человека. В следующем видео я покажу свой фильтр, который я присняю в воду, и вода становится доброкачественной.